Всем привет! Классное утро! Встали мы сегодня пораньше, все для чего? Чтобы поехать на рыбалку. О да, наконец-то, да! Мы уже собрались, сейчас будем складывать вещи в машину и поедем в сторону Пересыпи. Там у нас есть каналы, ну, протоки, можно сказать так, вот, где мы обычно рыбачим. Я уже в одном из своих видео предыдущих показывала это место. Там был лед, но сейчас уже все растаяло, поэтому мы будем рыбачить именно там, в месте, которое мы уже знаем. Вчера была у нас очень теплая погода, но сегодня уже прошли февральские окна. Я утром несколько часов назад выходила, было плюс 4. Сейчас плюс 5, ну как бы теплее не стало, но солнышко пригревает хорошо, но стоит дунуть только ветерку, все прохладно. Остановились по дороге в Сеном, хотим зайти в Пятерочку, чтобы купить с собой хлеб, потому что у нас есть с собой чай, сало и не хватает хлеба. Заодно папа решил взять апельсинчики. 68,99 стоит. Как всегда, берем вот этот вот багет. Один возьмем с собой и один для дома. Стоимость у него вот такая вот. Кстати, вот в Пятерочке я себе раньше покупала вот такие вот маффины, именно шоколадные, мне они прям очень нравились, так что советую их, кто любит маффины. Еще для дома белый хлеб берем. Только было воды, что вновь образовался лиман в хуторе Соленом. Когда вот строили вот эту дорогу, этот лиман осушился. И 2 года назад тоже здесь воды не было. А этим летом вот так вот сильно затопило. И я более чем уверена, что эта вода уже никуда не исчезнет, не высохнет. И будет здесь снова лиман. Лиман причем очень большой. Мы сегодня снова проехались через Автонизовскую для того, чтобы посмотреть, подсохли ли каналы здесь или нет. Ну, здесь вода все еще стоит. Ну, пойдемте посмотрим. Надежда нас не покидает, что, может быть, можно будет здесь порыбачить. Ты думаешь, там идти? Попробуй здесь. Я там пройдусь. В прошлый раз нам тут заяц-то попался. Хорошо. Но здесь еще влажная земля, сырая. Хотя бы воды уже нет. Вот это. А? Там. Ну да. Ну как сухо? Тут влажновато, но нету воды. Каналы вот там вот. Ну да, там вода уже. Ну если только как-то так, я не знаю.
А, нет, ты посмотри, какие они заполненные все. Разлившиеся. Прям очень сильно разлились они. В сапогах-то будет? Ну, в сапогах, да. Да, не знаю. Поедем на наше место тогда. По пути из Ахтанизовской в Пересыпь мы остановились в одном таком очень интересном месте и подыскали себе место для рыбалки. Сейчас мы, конечно, поедем на то место, куда мы изначально хотели, посмотрим, можно ли там пройти, но если там не получится, то, скорее всего, мы поедем рыбачить здесь. Очень интересное место, правда, мы здесь оказались первый раз, видно, что люди там рыбачат, это также канал. Вот. И летом мы видели, что рыбаки здесь есть. Так что посмотрим, где мы будем сегодня рыбачить. Доехали до нашего места, но нужно переодеть обувь, потому что воды очень много. Мы взяли с собой специальные такие рыбацкие ботинки. Сходим на разведку. Идем на разведку. Папа, покажи, какие у тебя сапоги. Специальные рыбацкие. Нормально. Штаны рыбацкие. Да, штаны. Проверим. Я тоже в обуви. Ой, собачка. О, мы ее О, поди наша. Вроде маленькая даже. Там что за такой бобитик? Ой! Ой! Это поди наш бобитик такой маленький. Ой, ты бобичек да, какой. Пойдем, Ирине, покажем. Ну, не маленькая такая. Такая хорошенькая. Ну. Сейчас уже с дичью идут. Как ты видишь? Паутинка такая. Не смотрит? Нет. Не реви, не реви. Да, что? Кобелек-то или сучка? Сейчас посмотрим. Не наша случайно? Где не взял? Не наша случайно? Тут она была. Знаешь, как облаял у нас? Да. Привет. Привет. Ну, тоже маленькая. Да, хорошенькая такая. Такая толстенькая. Да. Да. Чего? Ну-ка, она или... Стой. Девка, наверное. Непонятно. Не пойму, ну. Титьки есть, нет?
Птички-то есть? Да, нет, наверное. Девочка, наверное. Я думаю, что ты несешь кого-то на руках? Ай, какая она классная. Да, что? Хорошая, хорошая. Облаяла нас. Да? Ну, сначала, когда мы шли. А как это мог она оказалась? Не знаю. Ласкается вся. Как наша вот примет. Это зато вон, видишь, как и руки лижет. Такая добрая, видно. Так видно, что добрая, да. Вроде хорошая, да? Ну да. Вроде ничейная. Угу. Может, выбросили, привезли. Ну, по идее, она была бы грязная здесь. Вот так. Где, откуда здесь она пришла сюда? Смотри, все, руки лижет, угу. Да? Хочешь, чтобы ее забрали. Да. Добрая, смотри, какая добрая, очень, ласковая. Очень добрая. Ласковая, ну иди ко мне. Такая хорошенькая, но... Так и не скажешь, что она голодная. Лапы такие толстые, хорошие. Не скажешь, что она голодная. Ну, лапы хорошие. Видно, что она такая упитанная. Угу. Может, она чья-то все-таки? Не знаю, видишь, лижется так. Ну, шейника же нет. Ну, да. И вот смотри, она же никаких, у нее нет этих катышек, вот как угу. Собаки бегают, бродячие. Странно так. Не можем понять, откуда собака здесь оказалась. То ли с кемпингов, то ли что, потому что здесь ничего нет. Вот место, где она сидела, видно, как будто где она спала, да? Угу. Ну, накрыто так, видишь, кто-то угу. Здесь. Может, бросили, я не знаю да, даже. Для меня глубоко. И для мамы глубоко. Мы не пройдем. А вода тут такая чистая. Пройду я тут, нет? Ну ты можешь пока не ходить там, может. Ну давай. Я вот никак не могу понять, откуда здесь взялась собачка. Здесь ничего вокруг вообще нету. Кроме кемпингов. И то они далеко через дорогу. Знаете, вот так в жизни бывает, что когда ты что-то ищешь целенаправленно, ты не можешь это найти. А когда ты уже думаешь, ай, ладно, и ты находишь это. Мне кажется, это именно тот случай. Мы очень долгое время искали себе собачку. Небольшую собачку, которая бы стала подружкой для нашей малыши. Вот. И тут мы поехали на рыбалку. И увидели эту собачку. Я думаю, мы все очень удивлены и... очень рады этому событию. Я просто сейчас это стою вот и переосмысливаю, пытаюсь переосмыслить. Жалко, конечно, ее как-то тут оставлять, в принципе. Одну, вот мы думали, ну, может быть, мы сейчас пойдем, может, там еще какие-то собаки, в плане, может, они тут стаи, да, бегают. Нет, никого нету. Вода большая. Угу. Что ты говоришь, там сходил? Ну, там отходы нет, что делать. Вот так, отдельный лист стоят. Ага. Там закидывать. Было бы вот такой островок, вот там. Ага. Можно было. Лишь нету. Значит, поедем, может, на то место, которое мы заприметили. Собачка как? Ну, с нами. С
собачка с нами. Она не убежит? Нет. Да она с нами, видно же, что она не хочет даже убегать. Молодая, играться надо ей. Прям она играется, ласкается. Угу. Добрая такая, ой. Не дикая какая-то. Вот. Прям домашняя. Видно, что домашняя. Угу. Прям радуется, так радуется. И не боится, главное, людей она не боится. Угу. Вот что. Что ее подкинули. Ну, конечно, видно же, что она ухожена. Угу. И она сытая, видно же, что угу. она сытая. Если бы она была голодная, она была бы худая. А здесь нет домов, чтобы она здесь ну, могла да. находиться. Скорее всего, выбросили. Да, привезли. Да, привезли тебя, наверное. Играться надо ей, да. Она хочет играться. Ау. Да? Нормально вроде еду. Да, ну хорошо. Здесь сидит. А есть покрывало там, да? Да. Ну покрывало, да, надо. Вот покрывало, да. Все, бубличек ты наш. Ты наш бубличек. Готовим место, забираем. Это наша собачка. Да, собачка. Потому что сколько мы хотели, собачка. Они же не к нам не шли. Но они к нам не шли, да. Они убегали, а это хочет к нам. Вот, нашли мы себе такую брошенную собачку. Забираем ее себе домой. Пусть у нас друг еще один будет. Подруга, да? Одни девки дома, да? Одни девки, да? Молодец, молодец. Все, забираем. Поехали. Ты в этих поешь? Да, я в этих сапогах. Сидит ведь, смотри. Все, ты с нами едешь. Ну что, сидит? Да. Да. И не бегает никуда. Молодец. Видишь, какая хорошая. С нами поедешь домой. Чтобы узнать, сколько тебе лет. Да. Да, собачка. Поедешь с нами домой? Да, поедет, поедет. Смотри так. Ну, такая хорошенькая, да? Да, очень хорошенькая, добрая, очень добрая. Хорошая, хорошая. Нам будешь этот дом сторожить. Другом нам будешь. Да, другом, другом, да. Нам надо другом, чтобы общение было, нам веселее будет. Мы удивляемся, что мы ее посадили в машине, и она сидит и никуда не бегает вообще. Она точно домашняя была. Вот чья-то была. Она вообще не бегает, ничего. Да, мам? Угу, как будто привыкла вот сидеть в машине и это спокойно. Молчит, сидит, все. Когда мы взяли ее, она прям начала прям ласкаться, да? Ну да. Руки лизать, так все прям. Только заберите меня. А ты что увидела, когда мы с Сюшей идем с собачкой? Я только когда увидела, когда мы подошли. Да, и что я подумала? Я думаю, что-то не такое, не это, в руках несу. Ну, как бы я поняла, что в собачку несете. Но я не ожидала там ее просто увидеть. А мы тоже не ожидали. Да, да. А мы идем, гав. О. Ага. Мы думали, кто-то там, может, есть. Я, да, собачка. Подумала, что кто-то, может, рыбак или что-нибудь такое. И она, хоба, выбегает. Решили все-таки рыбачить мы на том месте, которое мы увидели в первый раз. Никогда здесь еще не рыбачили. Мы с компанией. Нас уже не трое. Нас уже четверо. Я, кстати, переоделась в теплую одежду, потому что та одежда была не для рыбалки. Собачка-то у нас, как только мы стали ехать, она так притихла прям. Как-то вот испугалась. Видимо, один раз ее уже привезли, кто-то так вот кинули. Она это запомнила и теперь вот боится. Вот.
нашли такой канал. Видно, что здесь летом люди рыбачат. Мы уже здесь его осмотрели, ходили с папой. Посмотрим. Где ветра не будет, вот там, да. Давайте. А может быть вот в том уголке там? Там есть ветер стал. Ветер. Выбрали здесь вот себе такое место, и здесь меньше ветра. Там, когда мы ходили, там сильный ветер будет. Папа сказал, давайте останемся здесь. Вот, здесь, в принципе, удобно будет кидать как раз удочку. Я здесь сяду, папа где-нибудь тоже вот здесь, да, можешь сесть? Да, вот здесь вот рядом. Ага. Веточки вот, видите, нормально. Мама уже тоже там присела. Сегодня мы с охраной. Да. С новой. Да. У нас новая охрана была. Пусть. Она, видишь, видел, как она прижалась? Да. Да, она так прям испугалась, когда мы поехали. Мне кажется, ее могли вот вчера, например, да, так вот выкинуть, как раз выходной. Ну она, да, она еще не худая. Она еще не худая, она еще не успела. И чистая, да, чистая. Никаких колтунов, ничего нету. Да, 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 видишь, шерсть как будто мытая, такое ощущение. Да, да, да. Ухоженная, видно, собачка. Ухоженная, да. Вот, как люди так жалко, да, бросают? Да я вообще тоже не понимаю таких людей. Как так можно? Пока ехали, говорю, вот мы свою кошку через полстраны везли, да? Никому, ни на бабушку, ни на каких друзей, знакомых не сплавили ее. Везли, хотя было это все непросто. Да-да-да. А тут просто взять и выкинуть животное, но я вот этого никогда не пойму, таких людей. Так, я, знаешь, что хочу? Чтобы, да, например, ты на опарыша, а я бы на червя попробовал. Ну, что, давай, это? Давай, да, так правильно. Добрая. Угу. Она очень добрая. Надо ее на уши клавить. Нет, лишь бы они подружились и хорошо. Угу. В уточке одной спали вместе. Наша там уже с порядком, ее это приучит к порядку. Где надо ходить, где нельзя ходить. Да? Сидим, ждем хоть одну поклевку, она бы нам дала понять, что рыба есть. Папа говорит, может быть, она сейчас еще спит, да, потому что вода холодная. Ну да, карась-то он, да. Он. Ну, по идее, карась-то должен быть здесь, да, это ж каналы такие. Вот. Летом-то рыбачат, видно же, все вытоптано берега. Да. Сейчас еще, конечно, под вопросом, рановато, февраль месяц. Ну, уже солнышко пригревает. Солнце греет, да. Хорошо. Уже. Сейчас может даже лицо загореть. Уже надо кепку одевать с козырьком, потому что уже смотреть плохо. Солнышко светит в глаза, плохо видно. Так что я хотел кепку сегодня взять, что-то взял шапку. Но еще прохладно. Угу. Мы сели просто за ветром немножко, поэтому нам как бы пригревает, а так еще не жарко, конечно. Перекус устроим сейчас. Перекусик. Да, я аккуратно хожу. С чаем горячим вообще сейчас хорошо. Да, чайку. Ну, чтоб стол как бы на уровне был, невысоко. Мама уже сядет. Я могу постоять, я не знаю. Тебе видно поплавки, да? Да. Тут я тоже приду. Что он там делает? Что нюхает? Ты, может, окрасненький взять? Чаечек. Параш такой идет. Сальце, батончик, вот возьму, да? Который, да, купили. Да, да, да.
Тебе сахар нужен? Нет, я не хочу. Голодная. Я не вижу свой блок. Я вижу все. Да? Я смотрю. Вот, на. Вот. Так я и полежать могу. Ну да. Надо почитать в интернете, когда он уже начинает сливать. До какой температуры подавано? Карась-то? Да. Тут всякая разная рыба вообще-то ловится. Я посмотрела, такие названия даже на Урале у нас не слышала. Там всякий голавль, как-то так. Голавль есть. Вот. Что-то такое, вот какие-то слышала названия рыб. Ну если клев хороший, там только дергай удочку и все. Да, ну да, пойдем. Я думаю, где она со мной? Я думаю, где ее не слышно? Она близится, она такая тоже лизунья. Да, она прям... Ой, не могу. Надо целоваться. Ой. Завершается наша рыбалка. Мы пока с папой сидели, вот ближе сейчас к 4 часам, нам показалось, что как будто бы были поклевки и на мою, и на его удочку. Но мы, знаете, не уверены, есть ли рыба вообще. В общем, было что-то похожее на поклевки. И как нам написали наши зрители, готовьте удочки для рыбалки весной и снасти. Видимо, пока все-таки рановато. Так что прислушаемся, наверное, к этому совету, будем готовиться к рыбалке более поздней, когда уже будем точно уверены, что рыба есть. Ну, я считаю, что мы сегодня абсолютно не зря съездили. Во-первых, мы узнали новое хорошее место, куда можно поехать уже в сезон. И нашли собачку. Это самое главное. Да. Идем домой. Я ей понравилась, и она мне понравилась. Так, ну что, можно идти? Наш плюшевый мишка. Медвежонок наш.
Пойдем, 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 пойдем. Она такая смешная, бежит, у нее такая попка мягкая, такая пушистая. Идет с нами.